на прежнем месте уже с этой пятницы. После ремонта открывается Клинский роддом. К 14 числу планируем полностью переехать и начать прием пациентов акушерского гинекологического отделения. Новые светофоры, регулируемые переходы, изменения схем автодвижения. Эти и другие вопросы обсуждали на комиссии по БДД. Срок до 31 июля 2019 года предусмотрена установка светофорных объектов на каждом нерегулируемом пешеходном переходе в границах от городского округа Клин. Внимание, эксперимент. Опытным путем выбираем универсальную незамерзайку. Мы решили провести эксперимент. Посмотрим, замерзнет ли незамерзайка при указанной температуре на упаковке, а это минус 17 градусов. Зайцы на линии. В клинских автобусах череда безбилетников. Почему? Расскажем в выпуске. Стало много безбилетников. Платить они не хотят. Новоселье в декабре. К переселению на физкультурную готовят 12 семей с Прасловского проезда. Мы рады тому, что получаем, потому что надо поменять это все дело.